мы каждый раз ждем, когда начнется этот проект, потому что в этом году было очень много заявок. Мы на самом деле не ожидали, что такое количество регионов захотят увидеть у себя эту программу. И мы очень рады, потому что действительно в небольших регионах это такой праздник, он совсем по-другому. Это города, которые не избалованы вниманием, не избалованы где-то баскетболом. И хочется, чтобы каждый наш проект давал какой-то толчок для новых проектов, для пересмотра отношения в своем городе, например, отношения к баскетболу, чтобы появлялись, возможно, после этих проектов новые команды, побольше привлекалось детей. Для нас это очень важно, и я надеюсь, что все довольны. Девочки, не забудьте! Не забудьте! Все прошло супер, очень хорошая атмосфера, разминка очень классная, активная, все очень понравилось. Очень запомнились упражнения, где мы делали напротив друг друга, с передачами, с первым быстрым шагом, очень важное упражнение. Интересно было, поэтому сложность особо не ощущалась. Встреча с олимпийскими чемпионками. Очень хотелось услышать мнение старших и что, как они вот настраивались перед играми и вот их опыт. Ну, лично для меня всегда важно, когда мы приезжаем и запускаем свой проект, видеть эмоции детей. Это реально, это другое ощущение, насколько они радуются, насколько для них это вообще впервые. И я понимаю, что вот в моем детстве такого не было. Задача федерации – делать все возможное, чтобы таких праздников было как можно больше. И спасибо за то, что приглашают, спасибо, что верят, и спасибо, что действительно нравится. И я думаю, скоро мы приедем к вам. Thank you.